Решить транспортные проблемы Москвы нестандартными способами предложил кандидат на пост мэра столицы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Сегодня на брифинге в Госдуме он заявил, что в случае победы на выборах заморозит стоимость проезда в общественном транспорте на 5 лет. Кроме того, будет пропагандировать велосипедный спорт, а также развивать сеть канатно-струнных дорог от центра мегаполиса до МКАД. Михаил Дегтярев также предложил достроить 4-е транспортное кольцо и открыть небо столицы для вертолетов, а на новых территориях Москвы применить градостроительные технологии будущего. А именно такой кластерный подход для строительства новых городов, где люди будут ходить пешком, ездить, перемещаться из кластера в кластер посредством струнного транспорта. Вот из таких ноу-хау. Ну и по вертолетам, вы заметили, нужно открывать небо, потому что богатые москвичи уже своими кортежами достали простых людей. Пусть летают на работу, от эксплуатации вертодромов деньги пойдут в городской бюджет.